Эй, йоу, народ, вы на канале Крупа Баквит, и это прохождение Assassin's Creed Mirage. Но для начала всех с наступившим Новым Годом, конечно же. Итак, новые приколы от Ubisoft, как говорится. Смотрите, вон у нас мальчик летает и подтирает что? Правильно, мальчик подтирает у нас воздух. Это, конечно, прекрасно. О, спустился, шо тебе, блядь? Ты же летающий, тебе не похуй? Что ты слышишь-то, дядя? Ладно, короче, погнали дальше по сюжету, ребята. 200 метров у нас до точки. О, тут что-то придется хоботить, что ли, или что, блядь? Да нет, все нормально. Все нормально. Мы, кстати, вроде как даже не в розыске. Что странно. Это значит, мы... Скрытый клинок, как надо прям. Все делаем четко, качественно. И тогда лее, да? Магазин нам не надо, магазин тут уебанский, более чем прям, ну, просто нечего делать, просто нечего делать. А вот свою ебальничек бы я свой снял, да, если это не глашатай. А это глашатай, ну пошел ты нахуй, козел. Лут, конечно, собираем, а как иначе? Повторюсь, атмосферка пиздатая в игре, не знаю, мне вообще супер нравится, прям красота. Сатишна. 20 метров. Что надо? Лезть все-таки? Нет же ж. Нет же ж. А, так нам в контору. Ё-моё. Давно в конторе не были, кстати, ребята, блядь. Прям давно, пиздец. Ох, хуя ты зацепился. Ля ты и макаси, дядя. Так, что тут такое? Загадочная записка. Незримо, если у тебя есть время. Пошел ты, блядь. Нет времени. Время нету нахуй. Let's go, сюжет. Ну, бабка это с таким вот ебаным, прокуренным, пропитым, блядь, голосом. The one we are looking for is a demiune, someone out of Baghdad. You are certain? I found proof. They were working with the tax collector and the harbor master. One used the guards to harass and extort coin from the demiune. The other seized goods at the docks. Extortion, I understand. But seizing goods, more objects from these ancient beings they worship. They are looking for a rare hairpin imported from the East Road. Шпильку. It will be up for auction at the Da'irat al-Mal. Погнали тоже искать шпильку, получается. An official invitation into the auction. Now we have a way in. Well done. Our target has to be Ребекка, кстати, норм, надо с ней это самое. Скрытые клинки достать, как говорится. Informers heard whispers of the Khalifa's treasurer. In recent times they've been quite involved in the assassin, как бы шрамов, правильно, правильно. Someone like that will no doubt make an appearance at the Da'irat al-Mal. We should prepare, so I will scout ahead. Meet me near the souk when you're ready. Not a lot is known about this person. Underestimating your opponent is a fool's folly. Worried? I will tread carefully. Yep. Я тоже постараюсь быть осторожным. Если у тебя есть время оттираться, что, блядь? Ты, кстати, ты же магазинчик. Ассаляму алейкум, что есть, показывай. What? Спросить, понятно. No more questions. Не магазин ты, нихуя, хотя у тебя вон, блядь, ковер висит. Че не продаем, нахуй? А вот у этого мальчика можешь что-то улучшить. Этим мы и займемся. Nice to see you. Какие все приветливые. Что ты, дядя? О, можем? Да, хочу новый девайс. Be my guest. Так, что тут у нас есть? У нас есть, значит, дротик. Для разблокировки 0. Естественно, блядь. What new... Take a look. Seen enough? Улучшить инструмент. If you can improve this in any way. Да, давайте, давайте. Here's what вот I что have. У меня есть. Говорит нам. Можно факел улучшить, нахуй? Нет, странно. А чё мы ничего не можем улучшить-то? Не понимаю. А, вот. А, нет, это одно из трех. Блять, ну и хуйня. 90 надо этих хлама или чё это, не помню, как называется. Похуй будет, пускай хлам. Thank you for sharing your gifts. Например, да? So long. So long. So long. So long. So long. Абдурахаман. Хочется
петь, конечно же, вот эти все мотивы, да. Как захотелось в Турцию в 5 звезд, ребята. Ставь лайк, если тоже соскучился по 5-звездочным отелям в Турции или никогда там не был. Советую. Такой отдых тоже имеет место быть. Конечно же. Так. 180 метров. Ох, в дерево уебался. Да зачем ты лезешь на него? Что там растет, кстати? Что это? Финики? Что это? Яблоки какие-то? Непонятно. Да не сыт ты, дядя. По пути предлагаю кого-нибудь спиздить денег. Да? Вот он, опять летающий мальчик. Почему не могу? Вопросики. Вопросики. Почему не могу денег спиздить у людей? Вот стоят, блядь. Чё, блядь, случилось? Где? Вот он, Ubisoft, здравствуйте. Да куда идем? По полям, по полям. Да. Ну, Ubisoft. Ну, блядь. Молодцы. AAA проект, блядь. 6500 рублей. Как с куста. На, нахуй. Дядя. Ну, ты как тебе помочь? Оп. Все. Будешь прожать стену смотреть? Ты что, балас какой-то? Заебись. Ставим лайк Ubisoft'у. Козлы вонючие, блядь. Пиздец. Вот если бы пошел на тестировщика все-таки работать, сейчас бы нахуй нихуя как записал бы себе в баги вот эту штучку. Баг. Текстура. NPC. И т.д. и т.п. 30 метров нахуй. Вот на ту крышу нам. Оп. А, нам все нипочем. Мы скилл вкачали. Кстати, о скиллах, блядь. У нас есть что-то по навыкам, быть может, нет? Сука. Следующее стоит, наверное, лям 4 очка навыка. Ебануться вообще. Жесть. Жесть. Здорово, бабка. Ну что там? The plan is simple. Enter the auction as a merchant wishing to bid on exotic artifacts. We know they want the hairpin. Враг ищет шпильку. They will be at the auction. They already let it slip through their fingers once. Ну, значит, нам надо найти того, кто ищет шпильку, правильно? I will watch the crowd and make sure to obtain it. That will secure a meeting with this treasurer. I am fully confident they will bid on it. Ну, как они прикольно с акцентом говорят, мне нравится. Они же все вот это. Yes. Саудовская Аравия, это что это? Уаве. По географии всегда три было. For someone in their position, there will be no lack of whispers. The first feather without a head. Похуй, что у нас басим, как будто после барбершопа, блядь. Do not let yourself get distracted. Так хуяна борода, выстрижена, блядь, борода. Focus on the mission at hand. It does no one good to linger on things that do not exist. Сука, 28 лет, нихуя не растет. Говно жопа, блядь. Ладно, не об этом. Если ценит тишину, а глупцам она тем более не мешает. Что, в переводе удачи. Good luck, как говорится. Ну, погнали, чё, просто... А, ладно. Орел прилетел. Do you think we need luck? Прикольненькие, кстати. Это хорошо, это респект сценаристам. There is a rot in Karch, treasurer. Property stolen. Merchants extorted. Foreigners tormented. Corruption is rank and everywhere. But you are at its heart. Even now, your poison spreads along the East Road to lands untouched by the Order's venom. I hear you hunger for a hairpin. One up for auction at the Deirat al-Mal. I will play the rival for your heart's desire. Она намутит шпильку и выманит мальчика. Делаем. Убейте казначея. Ищите сведения, чтобы узнать. Ну, это понятно. Погнали, чё? Чекать рынок, нахуй. Тут у вас смотрящий. Подкрепимся. Так, ну шо, базар. С
кем пиздить-то? Рассказывайте нахуй. Чё, как, где шпилька? Ищите сведения. Вот мы в области исследования. Угу. Стражники. Здорово, может ты шаришь или ты просто торговец? Рассказывай. Peace, friend. Nice to see you. Понятно. Хуета. I must take my leave. До свидания. Be well. Бесполезный NPC. Так, ну тут вначале как будто ничего не. Хотя. Не, это лут. Йоу, мальчики. На страже порядка, я так понимаю. Вот, это письмецо бы посмотреть, да? А чё, мальчик сагрится? Не сагрится. Братья, хватит терпеть ярму, понял? Хватит, так хватит. Что еще у нас тут? Вон, вижу, с мальчиком можно поговорить. Ох, и светится, ох, и оранжевый. Йоу. Мы этому мальчику помогали, что делать, я помню. The treasure? Hmm. I do have something, but you know, it hurts to give precious information for free. What job do you need doing now? Already know what is on my mind, eh? You see, little Finch, the Dai Irat Al-Mal is not only an important event for the upper class of Kah, but also for thieves. Did someone take something of yours again? A precious ceramic saucer. Керамическое блюдце, блядь. Ты заставляешь меня, незримого ассасима Басима, искать какую-то залупу. Ты чё, дурачок? Ну, у вас вариантов-то у нас зеро, блядь. Заберите вещь Куна. У Луки. Погнали. К какому-то Чиполлино, нахуй. А, так надо спиздить. Ну, это изи, конечно. А, нет, наебал. Оказалось. Пока можно вступить в бой. Не надо, зачем? И шо? Вот та лавка. Осталось найти блюдце. Погнали, погнали. Надо что-то спиздануть. И чё, блядь? И чё нахуй делать мне? Туда что ли забраться? Окей, а каким образом? Любимые головоломки от Ubisoft. Обожаю, блядь. Ладно. По-любому вот эту хуйню можно разъебать. Нет, наебал. Ладно, заберем ножичек. Не заберем. Сука, ножик проебал. Дерьмо. А, ну тут вот. Все, я понял. Все понятно. Все понятно. Двигаем шкаф и забираемся. Оп. Да встань ты, господи. Уже шо ты? Да, блядь. Ух, и да, блядь, заставляет, сука, все двигать, как всегда, нахуй. Вот и все. Ага. Это чтобы мы что-то разъебали, я так понимаю. Ну, давай. Да блять, почему здесь-то? Здесь? Я чё умру сейчас нахуй? Пиздец. Нет, не умер. Слава богу, блядь. И чё, я всё проебал, да? Я долбоёб, потому что. Потому что я ебанутый. Нет, вон ещё есть. А что мне надо разъебать? Ну вот это же. Или вот это? Окей, и чё это дало? И чё это дало? Вообще вот, блядь, лут. Правильно? Нет, наебал. Оружие можно спрятать? Я извиняюсь.
Так и что мне делать-то? Ну я могу наверх пойти, и что? На, вот, смотрите, спавнятся эти штуки. Это хорошо. Мне, типа, вот туда кинуть? Да нет же ж! Заберите вещь. Вот она заспавнилась опять, эта хуйня. Неспроста. А, все. Господи. Ну это хуйня какая-то. Честно. Честно, какая-то дичь нахуй. А-а-а, все, блять. Пиздец. Ебаные головы вон. Теперь мне эту хуйню надо туда протащить. На себя, на себя. Направо. Вот она. И она нам сейчас поможет куда-то забраться, я так понимаю, да? Вопрос, куда, блядь? Вперед я ее не могу. И что? Вот туда, понял. Все. Ой, еба в рот эти Лара Крофт стайл, блядь, все. Так. Вот таблица ебаная, блядь. Like now maybe he will tell me what he knows about the treasurer. Suspicious activity on the rooftops. Верните блюдце куну. Погнали. Да всем вообще на меня похуй. Это, видимо, на тот случай, если... я был бы в розыске, правильно? А я не в розыске. От того и хорошо. Здорово, кун. Я все спиздил, вот твой блюдце заебал. Я, блядь, подаван какой-то ебаный получается. Еще и зяблика меня называется. Как вот так хуйнуть ему? Заебись. I was having my usual afternoon tea when I overheard two ladies speaking about an order they fulfilled for the Dayadat Al-Mal. They made a beautiful rope for the treasure with intricate eastern embroidery. Open your eyes to that. Понял, две женщины. Where? The treasure is likely a foreigner from the east. Подкрепимся. Куна, полутаем. Полутали, все. Погнали нахуй. Дорогу, ассасину. Так, вот что, мальчик. Ахлан, ахлан. Come upstairs and look at my wares, ya sadiqi. Things you've never seen before in Baghdad. Exotic Chinese artifacts. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Nowhere else. Don't be shy. Come closer. Пойдем, веди. Be amazed at my selection upstairs. Сказал наверх. Пошли. Ты что, меня выебать хочешь, козёл, блядь? Ты ебальничек сломаю, дядя. Ассаляму алейкум. You mentioned Chinese artifacts. Yes, friend. Welcome, welcome. You will surely find something of interest here. Longing for the exquisite, ya sadiqi. I have ornaments that hail from the far east on auction. Rare vases, delicate teacups. But the headpiece is my prize. One of a kind. A beauty even the treasurer asked about. Wait, the headpiece? Where is it? It's going to be up for auction. If you wish to purchase it, make sure to bring a good bag of gold. A headpiece from the east. This must be the item Al-Kalulu was after for the treasurer. I must look out for it at the auction. Так, в смысле, давай этого мальчика на прием и все. Заебал. Так, мне еще надо каких-то двух женщин там найти, я так понимаю. Вон. Вижу что-то. Здравствуйте, я к вам с потолка чуть-чуть. Вот они. Фильм слушаем, получается. Not something we can rush, yes, that. The treasurer will not be happy. Neither will I. I know that. The perfume creation is complex. We are already doing our best. Your best?
is not enough. Come. We talk elsewhere. There are ears in the walls. Очкушницы. That woman mentioned the treasurer. I should keep my ears close. The treasurer is fond of the Kinar, as you know. No one is more unhappy when three dozen bottles go missing. With the hard work withholding our supplies, reduction has been glorious and reduction. Certain incidents there have also made our situation difficult. Ну что заткнулись-то? Рассказывайте. Ну NPC троят, блядь, пиздец. Отлично. You are not telling me exactly what it is we are missing. The blood, my lady. The blood is essential in the scent. It is what makes it. Охуеть, они делают духи с помощью крови, блядь. Ебанутые, что ли? I will talk to the Khalifa. See what we can do. The treasurer will have to wait for her supply. This perfume. On the tax collector's letters, I thought it smelt like iron. Mm-hmm. Was it blood? This woman could be from the Khalifa. Assalamu alaikum, ya Sayyidati. Wa alaikum assalam. I could not help but overhear, Sayyidati, about the perfume. It is not courteous to eavesdrop. Танцевали под эту песню, признавайтесь, на Новый год. Пиши в комментах, танцевал под песню «Царица». Новогоднюю ночь. It has a unique scent. Rose, honey, sandalwood. And if you heard, a sliver. Роза, мёд и сандаль, охуенно. Топ, I should топ-3 have guessed. I had thought it might be iron. Blood is born from iron, is it not? But because of that detail, it proves difficult to bring in large quantities. If it is so exclusive, it must be popular amongst officials. I think I caught a scent of it near the treasurer. Ning uses the Kinar. She is quite taken with its rich mystique, as are many. Curious. Armani. You do not look like Armani. 2 plus 2, 4. Oh my god, man. It is unwise to judge someone by how they look. Indeed. Did I not catch your Basim. Name? Basim. 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 I must not waste any more of your time. I wish you a wonderful time at the Da'irat al-Mal. Переспать. Так мило поговорили. Ну вот чё, блядь. Дети малые, что ли? So, посидите большие торги. Все понятно. She, две зацепки. And her name is Ning. The auction should be starting soon. Где проход-то, ёба народ? Это квадратный жир, значит, по углам. Чё там, ебанутые? Чё там? Чё там? Смешной, бля. Не до шуток, нахуй, на задание, ребята, бля. Вы чё, бля? Ну вот и большие торги, получается. Высматриваем мальчика этого. Еще и шпильку, я думаю, замутим. Hello. Пам-пам-пам. Мархабан. Ассаламу алейкум. Ясас. Нихао. Hello. Привет. It is the time of year again to fulfill your deepest yearning. To listen to your heart's desire and purchase what God has shown us. It brings me great joy to welcome all of you esteemed individuals to our annual Da'irat al-Mal. First on our exclusive, captivating list of exotic odds and ends, we have a stunning statue from India. Made of ivory and crafted by the finest artisans, it will be a perfect addition to any home. Слон и слоновая кость. Oh, what do we have? One bidder already. No, two. Calling once, twice, a third. Would anyone like to best that price? No?
Sold. This piece goes to the lovely lady. Next we have a one of a kind ethereal beauty. Так, смотрим, где этот мальчик. Это наша пилечка. Так, с охраной, естественно. Какое здоровье. Или это женщина маленькая? So, what is this piece worth to you, Ya Azdehai? One for the treasurer who graced us with her presence. Ning, the treasurer. Женщина казначей. Ну, пизда ей. Any others? Не щадим никого, нах. Да, похуй, давай посоревнуемся. Прикольно. We have a third there. Who? Who owns it again? Number three. What will you do? How much do you want this, my friends? Reach into your heart. Listen to your desire. У меня денег нет уже, sorry. Бля, а что было по сюжету, если мы ее выкупили в итоге? Если бы мы были вдруг богаче казначея. Now, moving on. Ох, я недовольна, ебала. Чё разочароваться-то? Пошли, выслеживать. And we thank you once again for making the Dairatul Mal a success. May your purses be ever full and your heart ever longing. I have to get the hairpin from that man. Why would the treasurer want it so badly? Видишь шпильку торговца в черной одежде? Изи! Не спиздим, так убьем нахуй, с трупа заберем. Нам хули. Ебать народу нахуй. Так, и как мне это сделать? Че, двигаться будем к нам? Move, guys. Я думаю, мы можем посидеть. Не можем. I need to speak to the treasurer. I was called. И чё, они видят меня, чё? Найдена зацепка. Поговорить со стражником. Hello. Assalamu alaikum. I'm here to see the treasurer. On what business? I am a simple merchant, hoping for advice and wisdom. If you do not have exotic offerings and are not part of the ivory coin, be gone. Mm-hmm. There will be no audience mm-hmm. for riffraff. Открыть шпильку, знаете, как раздобыть брошь, монеты и слоновые кости. И как, блядь? И как? Может, просто проникнуть как-то можно? Ну, вот, смотрите, одно здание, да? Ну, как-то туда залезть или чё? Как будто нет. На, Шансунг нам не поможет. О, а вот туда мы можем залезть. Вот это хорошо. Нам в здание надо просто выйти. Сука, на засове, естественно. А что не на засове, блядь? Пиздец. Ну вообще поверху не поработать как будто. А вон как будто что-то спиздить можно, нет? Found him. Now to quietly borrow the hairpin. This could be my only chance to meet the treasurer. I must get that hairpin. Intricate and beautiful indeed. Malaka! This is nothing like these ancient objects the order is seeking. I must confront Ning. Все, у меня есть артефакт, теперь меня пустят. Правильно?
Или чё, блядь? Так, а как мне вернуться к тому охраннику? Вопрос. А вот он. Ассаляму алейкум. Нёс артефакт. You again. What is it now? I have a gift for the treasurer, if she will see me. Only members of the Ivory Coin are allowed to enter. Ты заебал. No brooch, no entry. Может тебя завалить, нахуй? Козёл. Узнать, как раздобыть брошь. И как. Киду недоступен. Абонент не абонент. Получается. Да. Ну, блять, а как мне замутить-то это все? Не понимаю, нахуй. Чем подсвечивается? Как будто у него что-то есть. Кольцо с изумрудом. Ну, да, спасибо. А у вас что? А похуй. Блять, ну чё-то муторно-то. А, вон, вижу человечка. Отлично. Иди сюда. Иди сюда, родной. Да беги, Баси. Шо как говно-то ходишь? Заебал. Так, там был мальчик какой-то. Где он? Вижу. Надо мне что-то спиздить стопудово. Стопудово. Чуть побыстрее. Сюда. Еще чуть побыстрее. Да блять, как, сука, почему ты не ускоряешься, долбоёб? This is proof that I am of the merchant's guild. Look, see? With respect, that does not entitle you to three bags of saffron, two of vanilla and a bottle of honey without a single coin. Impossible! Bah, this is a waste of my time. Hello, spices for you? Пусть пряностями. Пойдемте. Trouble with customers. No more than usual. These people from the Ivory Coin think themselves touched by God himself. The Ivory Coin. I should not speak about it. Очкошница. I do not know much, really. Предложи деньги, чтобы подкупить. Is this enough for some information? Well, it will not hurt to tell you what I know. The Ivory Coin is an exclusive merchant's guild. They have a brooch that grants access to certain places. Вот она мне и нужна. How do you obtain this brooch? I hear only respected merchants are part of the Ivory Coin, and that you can only be invited by another member. They think their status gives them permission to take goods without coin. Have you ever seen such vanity? This is expected in Karkh. Thank you. Просто клуб любителей сигар какой-то. Заберите брошь. Да хватит так медленно ходить, Басим, я тебя прошу, блядь. Ты заебал меня. Ну почему, блядь? Ubisoft, уёбки, блядь. Что такое? Я не хотел вообще-то. An exclusive union for the merchants of high society. I should have expected this to exist. Мальчик. Два мальчика. I do not care what you have to do. Burn them or murder their dogs if you have. А второго? Сюда же. Спасибо. Всем спасибо, все свободны. This must be the Ivory Coin's brooch. Всё, отлично. Shiny. I have both trinkets. Уёбываем. The guard will have to let me in никто now. Не подбежал? Нет, всё. Мальчик просто кричал, что, блядь, чёчка. Чё, хуйсос, блядь? Стукачок. Ух, заебись. Пизда, это Энин. Мы не в крови ходим здесь? Не в крови. Ubisoft не все продумала, естественно. Как будто проход как-то. Не хуйня, наебал.
Расступитесь, девочка, извини. Йоу. Ассаляму алейкум. You again. What is it now? I have something that she wants. A Chinese hairpin from the auction. I also have my brooch with me here. Very well. You may enter. Thank you, Mr. Охранник. Открывай. Спасибо. This way, Sayyidi. I have been looking forward to meeting the treasurer. It is an honor. Indeed, Sayyidi. She is так, busy. Что мы неожиданно убьем? Да? Все, можем всех захуять. So many treasures in one place. Прикольно у них тут. Нихуя там тип с катаной, чё? Not welcome here. Go. Дождись-ка, значит. А могу съебаться, правильно? Естественно. Кинжал, сюда кинжал, наконец-то какой-то лут полезный, блядь. Аллилуйя. Так, 21-36, 30-30. Делаем. Красивый какой. Так, все, это пути обхода у нас будут. Отхода. Так, да не палит, что мы ассасин, блядь. Все, вперед. Покажите шпильку. Ну нихуя противников тут. Так, мне как будто бы понадобится дымовая бомба. You are a new face. My name is Basim. New to Baghdad, but not to trade. I deal mostly in fine antiques and collectibles. You must have a good eye for detail then. What have you brought? Что с платьем, блядь, у неё? You know what I brought. Ой, Ubisoft, Ubisoft, аминь нахуй. That we toyed with. Come, show it to me. Ты же не первый день игра вышла. Ну, можно же попатчить, блядь, текстуры. Радостно. Ну, отлично, 1-1 остаемся. Exquisite. Ever seen something like this? So perfect. So delicate. No. But I am surprised that you have not. I do have a penchant for them. When I was but a child, my sisters and I would tie our hair with sticks, adorn them with stone. I pretended they were the rarest gems. We had nothing, but we felt that we had it all. There are many reasons why people see me. Хотел уже for advice, достать. A taste of power, and most often, to win дайте favor. Мне нажать эту кнопку. Why have you come, Basim? As a fellow collector, I have heard much about you from others. Your extravagance, your taste. I wish to learn. Did they say I was lucky? I loathe the word. When I first arrived in Baghdad, I was one of many seeking my fortune. Now, I have even the East wrapped around my fingers. I clawed my way here when many gave up, preferring to spare their nails. But me? I don't mind a few scratches, a bit of blood. Понятно, много работал, замрал. Surely there have been connections. The people you met that helped you get to where you are. No matter what others say, you only have yourself. No one else. Вот, это было хорошо. Ну, конечно, она прочухала. Нихуя себе, как это четко было, ребята, блядь. Вау, просто хап. Вау. Блядь, пока это лучшая сцена в этом Assassin's Creed, блядь. Охуеть. Зеркало. Everything prospers when family is harmonious. Ебать, у дыра в горле. Посмотрите нахуй, разъёб. Ну это очень круто.
Only the self hears the deepest whispers of your soul and accepts you whole. No one lives alone. But we die lonely. In the end, we are absolutely, simply, truly alone. Truly alone. Все, до свидания. Перышко, конечно, не забудем положить, понюхать ей. Минус один. Главарь получается, правильно? Ну, опять тень. Угу. Это было зеркало. Петушары. Ничего страшного. Так, а я могу съебаться? Конечно. О, очки навыков сюда. Сюда, нахуй. Так, мне надо еще, да? Отлично. Так, ну я видел пути обхода. Вот они. Отхода. Все. Вот съебались. Вот и съебались. Изи. Идеально, нахуй. Проще не было ни разу. Вернись к Ребекке. Изи. Все. Палево ноль. Все четенько. Так, у меня там что-то еще по предметам было новое. Соответственно, что-то в сумке. Соответственно, пиво ебаное. Понятно. Мог бы и шпильку спиздить на входу, дорогая. Ну, что-то проебался. Ребекка, я убил Нину. Ты где? А, сколько? Назад надо. О, там что-то молится, я так понимаю. Мясо. А, нет. Basim, how did you feel? The streets are alive with talk about the auction. Rumors spread quickly. Вы убиваете скрытно, великолепно. Was this woman, Ning? A woman holding the reins. She must have angered many. Angered and enthralled, in equal parts. It is no wonder she kept her identity hushed. Now the upper echelons of affluent louts are soiling their silk robes. Wondering if they are next. Ребекка, ты кровожадная. If they have reached the east, then there is no telling how far they will spread. Did you see it, the Jenny? It is gone now. It is gone. А, она про Джина этого, который вот темный. Но там он начал лезть, поэтому Джин-то еще есть, а мы наебываем бабку. Окей, бабка Бэтмен. Почему Бэтмен? Потому что у него вот такой вот прокуренный голос. Ох и крутится камера. Потягушки, потягушечки. Ранг достиг О, мы шо апнулись в ассасинских делах. Классно. Так, и могу что-то сейчас улучшить, я так понимаю. Краска костюма. Ну неужели, блядь. Неужели, нахуй. Все, можем краску сейчас покупать. Краситься в любой цвет. Вот это хорошо. Талисман новый дали. Талисман послушника. Бля, сука, стилевый же. Посмотрите, но скоробей. Че, мы зря купили его? Нет же. Так, надо срочно что-то сейчас улучшить. Схема улучшения кинжала. Так,
Также навыки. Угу, на расследование пока похуй. Погнали улучшать. Можем спуститься как ассасины настоящие. Спасибо. Have you seen the board? Похуй на контракт. Well met. Welcome, welcome. Разблокировать можем теперь? Я надеюсь. Be my guest. Нет. Говно жопа. Seen enough? I would like to borrow your wisdom a moment. Take a look. Так а чё мне там дали-то, я не понял нахуй. Стопы, блядь. Your help is invaluable. Стопы, стопы, Goodbye. Стопы, ребята. Чё мне там тогда дали? Предметы. Сумка. Схема улучшения кинжала. Требует для улучшения кинжала. А, кузнецу надо идти, ёбаный в рот. От кузнец. Побежали. Побежали. Кто свистит? Не свистите. Дерхаем не будет. Вы что? Не в курсе? Ну, красота, обновленный костюм. Ну, неужели? Надо еще за красками зайти к торговцам. Hello. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Allow me to browse your stock. Please. Чуть побыстрее диалог, можно? Спасибо. Так, будет 58-58. Угу. А так у нас 69-40. Ну и смысл улучшать не вижу. А вот кинжал 35-40. А, стоп, он сейчас у нас 60-35, а будет 58. Да, тогда делаем. Тогда делаем. Угу. А выбрать я его сейчас не могу, ясно, блядь. Так, тут, значит, будет 35-35, а сейчас у нас 30-30. Ну, 35-35 лучше, делаем. Mm-hmm. Хотя бы виды изменяли, как у Кратоса, что ли. А, вот, все. Так, это внешний вид, блядь. Изменить внешний вид. Нихуя не поймаю. А, вот могу выбрать. Вот этот красивый пиздец. Ладно. Окей. Okay. Да что? Да почему нажалась-то, блядь? Ебаный ты Ubisoft, блядь. Блюдки, сука. Ужас какой. Все, можно оружие выбрать. Farewell, до свидания, sir. Господин. До свидания, госпожа. Кинжал выбираем. Вот этот. Все. Теперь я могу... поменять, блядь, его внешний вид. Сука, нет. Ты пшивый нахуй. Только в лавке, но это долго. Ну вот меч. Что-что, а меч прекрасен, короче. Короче, портной. У тебя краска продается, правильно? Hello. Hello. Well met, sir. Посмотри товары в лавке. Let us see what you have got. Показывай, давай. Доставай, расчехляй сумочку. Well cared for armor. Сузанька, какая хуета, блядь. А где краски там? Портного, значит, все-таки. I must be on my way. Safe travels. Очень долгие диалоги. Просто пиздец. Просто пиздец. Так это был портной. Значит, нужен просто торговец. Бежим. Хотя, смотрите. Ну красиво же, блядь. Красиво, нахуй. Так что оставляем. По пути попадется, значит попадется. Ну все. Ну что, дружочки, пирожочки, еще раз всех с наступившим Новым годом. Будем следить вместе с вами за развитием событий в Assassin's Creed Mirage, да? Не забывайте подписаться, прожать лайкосик, в идеале написать комменты, поставить колокольчик. А на этом сегодня все, покедова.